Привет, с вами Сергей Гудков. Сегодня мы поговорим о том, как меньше сомневаться в своих решениях. Потому что это типовой вопрос. Я вот что-то решила, но проходит какое-то время или почти сразу же я начинаю опять сомневаться, опять решать заново, и потом заново, заново и заново. Как вот это прекратить? Есть, по крайней мере, два момента, которые вы точно можете сделать, чтобы быть более уверенными в своих решениях. Первое – это поиск информации. Потому что, допустим, вы решили, да, у вас есть некие небольшие сомнения. Но как только вы начинаете поиск информации, чтобы подтвердить свое решение, то ваше решение, даже если вы находите факты, мнения, которые подтверждают то, что вы решили, ваше решение становится все более и более сомнительным. И второе – это обсуждение. Опять же, если вы обращаетесь за помощью кому-то, пытаетесь найти дополнительное подтверждение, что вы правильно решили, это действует против вас, потому что и поиск информации, и разговоры с кем-то о вашем решении, какие бы подтверждения вы ни получали, они по факту действуют следующим образом. Я решил, да? Но теперь я ищу информацию, либо я с кем-то разговариваю об этом, и это означает, что на самом деле мое решение не очень-то прочное. То есть сам факт того, что вы продолжаете после того, как что-то решили, искать информацию или обсуждать свое решение с кем-то, сам по себе этот факт создает сомнение в том, что вы это действительно надежно и твердо решили. Поэтому очень простой выход. Какой? Не искать информацию после того, как вы что-то решили, не обсуждать свое решение с кем-то. Да, может быть, у вас останутся сомнения, но они будут вот такими, а не вот такими. Пользуйтесь.